Харли Дэвидсон, Роуд Кинг. 2001 год заявлен по аукциону. Вот с таким замечательным большим ветровым стеклом. Установлены люстры. На мотоцикле есть круиз-контроль. Хром весь целенький, красивый, не облезший, не вспученный. Подножки переднего и заднего пассажира большие, достаточно вместительные чемоданы с вертикальной загрузкой. По резине вопросов нет, еще можно катать. Колодки однозначно под замену, тормозной диск задний в полном порядке. По переднему выработка, ну, процентов 10. Остаток по колодкам тоже под замену. Вилка у нас здесь закрытого типа. Прокатились. Работает, ничего не бьет. Резина перед такая на докатку. Зеркала у него не штатные. Такие вот маленькие. По ключам 3 ключика. Люстра, соответственно, выключается. Здесь можно подкрутить обороты. Сиденье очень удобное, широкое. Два пассажира вполне будут себя комфортно чувствовать. Так, 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 так. С этой стороны тоже у нас все классно, четко и понятно. Пятиступочка. Работает с мотоциклом красиво, внушительно. Пульты в прекрасном состоянии. Справа и слева. Пробег у данного мотоцикла 50, почти 1000 километров, не миль. Так. Работает просто как красивый музыкальный инструмент. Очень красивый мотоцикл, ну прям очень.